Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. На наш канал. На наш канал подпишитесь, пожалуйста, да. Вот. И выбейте нам лайк, пожалуйста, да. Это не выглядит как попрошайничество, нет? Нет. Раз, два, три. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, 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 здравствуйте. И сегодня мы сделаем такое специальное видео для того, чтобы мы могли максимально расслабиться. Будет чистка ауры в четыре руки. Вот мы с Ольгой будем стараться вас вот так расслабить. Вам очень понравилось, судя по предыдущему видео, понравилось, когда мы вам делали такие какие-то манипуляции. Поэтому сегодня мы решили сделать полноценное длинное видео, которое посвящено вот этим всем манипуляциям. Да, Ольга, говори теперь, что ты хотел сказать. Да уже ничего, ты уже все сказал. Завозюкались. Скажите, пожалуйста, что вы к нам пришли, вот это вот, а мы теперь не можем вам лицо очистить, потому что, Оль, это же афроамериканец, что мы делаем, скажи? У него лицо черное, должно быть все нормально. Слушай, уже побелело. Зачем стерла лицо мужику? Ладно, давайте. Все нормально будет, не переживайте, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет замечательно, все будет просто. Прекрасно. Мне ж не распортил шепот делать, как у тебя. Хочешь, пока не уходить, все будет опять интересно.
где мы? Не знаю. А что, будешь грязными спонжиками протирать? Нет, 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 конечно. Давай чистый доставай. Все спонжики на вас переведу. Это вообще не спонжики. Замечательная бюджетная организация у нас. Делают массаж салфетками, чистят зубы кисточками. У вас все будет хорошо. Мы вас сейчас... Мы вас очень любим. Мы вас очень любим. Вы самые лучшие. Вы самые лучшие. Вы самые лучшие. Вы самые прекрасные. Вы самые красивые. Будете скоро. Вы самые-самые замечательные люди просто. Мы вас очень-очень любим. Мы вас очень любим. Мы вас очень любим. Уважаем. Щечки, вот это вот сюда, щечки. Это у кого такие щечки? Да у кого такие щечки? Милые, милые щечки. Такие милые щечки. Такие милые щечки размером с ладошку. А это у кого такие? Как красные хорошие щетеньки. Вот какие. Ой, тяжеленькие щечки. Хорошие. Ладно, все. Давай заканчивать будем, да. Давай прощаться. Пишитесь, пожалуйста, на мой канал. На наш канал подпишитесь, пожалуйста, да. Вот. И выбейте нам лайк, пожалуйста, да. Это не выглядит как попрошайничество, нет? Нет. Пожалуйста, да, подпишитесь на мой канал. Все, не надо, умоляю, все. Короче, успокойся, не надо. Это... Ну ладно, подпишитесь, что вот. И подпишитесь на мой канал уже. Сколько можно-то уже. Не подписанными, смотрите ее канал-то. Ладно, я подпишусь на твой канал, договорились.
уши, я сказал. Просто за щеками, не на уши. Ладно, щеки большие, ничего, подержимся. Подержите за щеки, ладно. Так, держи. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Откройте рот, пожалуйста. Откройте рот только человеку. Давайте, откроем рот. Вот так, прекрасно. Посмотрим, что у вас там. Давай я зубы почищу. Давай зубы почистим. Давай. Кисточка зубная. Почему ты чистишь зубы кисточкой? А вот классно, кисточка. Тише, не кричи. Вот почему? А вот почему ты ходишь к стоматологу так часто? Эй, вот так, давай чисти. Чисти быстрее, а то он сейчас сопротивляется. Давай, давай, я уже не могу больше держать. Давай, давай. Чисти тоже язык. Всё. Мне кажется, что... Подкладил кисточку. Я-то тут кладила кисточку. Ладно, 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 давай. Давай что-нибудь. Это все будет пойдет в вырезанный момент. А, сейчас что-то будет хорошее, что-нибудь такое. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!